Добрый день, товарищи. Вот убрали мы подсолнечник. Первый след задисковали, повалили. Сейчас готовим почву под посев озимой пшеницы. Вот первый след, видите, как красиво получилось. Все лежит, все красиво. Сорняка нету, потому что был евролайтинг. От чего я и опасаюсь воздействия на пшеницу. Ну, посмотрим. Иду второй след, небольшая диагональ, ну как небольшая, хорошая диагональ, почти 45. Вот так у меня получается моими дисками. Значит, урожай семечки был хороший, даже можно сказать по этому году очень хороший. Ну, рекордный урожай был за все время, сколько я его сею. Сею я все это уже давно. Вот. Мы готовим не только поле, но и сеялку, я потом попозже покажу. Вот. И думаю, что еще один след. И будем. Глубина тут нормальная. И будем сеять. Дождь у нас прошел. Миллиметров 15 было позавчера, наверное. Вот дождались, видите, почва рассыпается, комков нормально. Комков почти нету. И все, на этом, наверное, заканчиваем. До свидания.